Is it okay now? Please. Yes. Mr. President, John Simpson from the BBC. Господин президент, меня зовут Джон Симпсон, я представляю BBC. Western countries almost universally now believe that there's a new Cold War and that you frankly have decided to create that. We see almost daily Russian aircraft taking sometimes quite dangerous maneuvers towards Western airspace. That must be done on your orders. You're the commander-in-chief. It must have been your orders that sent Russian troops into the territory of a sovereign country, Crimea first, and then whatever it is that's going on in eastern Ukraine. Now you've got a big problem with the currency of Russia, and you're going to need help and support and understanding from outside countries, particularly from the West. So can I say to you, can I ask you now, would you care to take this opportunity to say to people from the West that you have no desire to carry on with a new Cold War and that you will do whatever you can to sort out the problems in Ukraine. Чтобы заняться эффективным и конструктивным решением проблем на Украине. Спасибо. Вам спасибо большое за вопрос. По поводу наших учений, маневров, развития вооруженных сил. И вы сказали, что Россия в известной степени внесла свой вклад в ту напряженность, которую мы сейчас наблюдаем в мире. Россия внесла свой вклад, но только в том смысле, что она все жестче и жестче защищает свои национальные интересы. Мы не атакуем, ну, в политическом смысле этого слова, мы ни на кого не нападаем, мы только защищаем свои интересы. И недовольство наших западных партнеров, прежде всего американских, связано с тем, что мы делаем именно это, а не с тем, что мы в сфере безопасности допускаем какие-то действия, которые провоцируют напряженность. И я поясню. Вот вы говорите о полетах нашей авиации, в том числе о полетах стратегической авиации. Знаете ли вы, что Россия в начале 90-х годов полностью прекратила, как это делал Советский Союз, полеты нашей стратегической авиации в отдаленных районах патрулирования? Мы полностью прекратили. А американские самолеты стратегические с ядерным оружием продолжали летать. Зачем? Против кого? Кому угрожали? И мы не летали и не летали, не летали и не летали из года в год. И вот только пару лет, тройку назад, возобновили эти полеты. Так кто провоцирует? Мы, что ли? Значит, у нас две базы практически только за границей. И то на террористически опасных направлениях. В Киргизии, после того, как туда зашли боевики из Афганистана по просьбе киргизских властей, тогда Акаева президента. И в Таджикистане, тоже на границе с Афганистаном. Думаю, что и вы заинтересованы в том, чтобы там было все спокойно. И это обосновано, понятно и ясно. Американские базы по всему земному шару. И вы хотите сказать, что мы ведем себя агрессивно? Ну, здравый смысл-то есть или нет? В Европе что делают американские вооруженные силы, в том числе тактическое ядерное оружие? Чего там делают? Слушайте, у нас бюджет Министерства обороны на следующий год, он вырос. Но он в долларовом эквиваленте где-то, ну, чтобы мне не ошибиться, 50 миллиардов примерно. А бюджет Пентагона почти в 10 раз больше. 575 миллиардов, по-моему, утвердил Конгресс недавно. И вы хотите сказать, что мы проводим агрессивную политику? Ну, здравый смысл-то есть или нет? Мы, что ли, свои вооруженные силы выдвигаем к границам Соединенных Штатов либо других государств? Базы кто двигает к нам? НАТО, военную инфраструктуру? Не мы. Нас кто-нибудь слушает, хоть какой-то диалог с нами по этому поводу ведут? Нет вообще никакого. Всегда в ответ только одно. Не ваше дело. Каждая страна имеет право выбирать свой способ обеспечения безопасности. Да, хорошо. Но тогда и мы тоже будем это делать.
Почему нам это запрещено? Ну и, наконец, я уже говорил об этом и в послании, систему противоракетной обороны. Кто вышел в одностороннем порядке из договора, который, безусловно, являлся одним из краеугольных камней всей системы международной безопасности? Мы, что ли? Нет. Это сделали Штаты. В одностороннем порядке вышли. Создают угрозы для нас. Разворачивают эти элементы стратегической ПРО не только на Аляске, но и в Европе. И в Румынии, и в Польше, прямо возле нас. И вы хотите сказать, что мы проводим агрессивную политику? Вопрос, хотим ли мы равноправных отношений? Да, хотим. Но при безусловном уважении наших национальных интересов. И в сфере безопасности, и в сфере экономики. Мы 19 или сколько там лет вели переговоры по присоединению к ВТО. Пошли на очень многие компромиссы. И всегда исходили из того, что эти договоренности являются железобетонными. Потом, сейчас не буду говорить, кто прав, кто виноват. Я считаю, что мы правы в ходе украинского кризиса. Я уже об этом говорил много раз. И считаю, что наши партнеры Запада не правы. Но сейчас оставим это. Но мы вошли, присоединились к ВТО. Там есть правила. В нарушение всех этих правил и в нарушение норм международного права и устава Организации Объединенных Наций в отношении российской экономики введены санкции в одностороннем порядке, абсолютно неправовым способом. Мы не правы опять. Мы хотим развивать нормальные отношения и в сфере безопасности, в борьбе с терроризмом. Мы будем работать вместе по нераспространению ядерного оружия. Мы будем вместе работать над такими угрозами, как распространение наркотиков, организованной преступности, распространение инфекционных заболеваний тяжелых, в том числе Эбола. Мы будем это все вместе делать. В том числе будем работать и в экономической сфере, если этого хотят наши партнеры.